В минувшее воскресенье 20 сентября в Славянске на Кубани на летней площадке парк-отель «Уют» состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня кубанской семьи. Побывали там и наши корреспонденты. Город, в котором живет любовь. Именно так организаторы Управления по делам молодежи совместно с комплексным молодежным центром «Континент» назвали праздник, который собрал горожан в воскресный вечер на территории парк-отеля «Уют». Мероприятие было посвящено Дню кубанской семьи, который отмечается каждое третье воскресенье сентября. Этот праздник не только олицетворяет собой самое прекрасное чувство любви и верности, но и привлекает внимание к вопросам семьи, развивает семейные традиции как основа любого государства. Настоящим подарком для собравшихся в этот день на праздник стало выступление двух народных коллективов – театра народного танца «Меридиан» и ансамбля народной песни «Цвитень», которые на языке творчества рассказывали о традициях кубанской свадьбы. Другим центром притяжения стала работа кузнечной мастерской, где известный славянский умелец Антон Борисов на глазах у публики отковывал талисманы на память. Кому гвоздь, кому подкову, а кому и ключик с секретом. Мальчишек было не оттянуть от стола со старинным русским оружием, показ которого организовал клуб исторической реконструкции. Желающие могли примерить на себя железную кольчугу и взять в руки настоящую секиру или палицу. Кроме того, работали интерактивные площадки. Гончарная мастерская, бой подушками, раскраска-ромашка, в гостях у сказки, рыбалка и многие другие. На ярмарке народных промыслов были представлены многочисленные поделки ручной работы. Мероприятие, посвященное Дню кубанской семьи, прошло на днях и в районной администрации. На торжественный прием были приглашены 5 лучших семей района. Все они дружные, творческие, активные. С праздником их поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус и председатель районного совета Григорий Литовка. Кубань, вы знаете, это особый район, это казачий край. Всегда славилась наша Кубань, это крепкими казачьими камнями, прежде всего казачьи семьи. Семья – это ячейка общества. Крепкая семья – крепкая страна. Я еще раз хочу приветственно сказать, поздравить вас с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира. Пусть дети радуют вас всегда. В завершении встречи участникам приема вручили благодарственные письма и памятные подарки. Алена Лавринова, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».